В Димитровградской думе продолжается обратный отсчет. Число депутатов тает на глазах, и в каждом таком случае у народных избранников возникало непонимание закона. Хворов позабыл, откуда у него взялись 400 тысяч, Крючков не смог вспомнить про счета супруги, запутался в счетах дочери, а свой счет с 300 тысячами и вовсе не указал. Декларации о доходах Степаненко аналогично не соответствовали действительности. Как и трое его коллег, Марс Хабиахмедов не в полной мере отразил в декларации финансовые поступления. 1 миллион 150 тысяч с продажи квартиры и счет супруги на 120 тысяч рублей – достаточное основание, чтобы у Управления по противодействию коррупции возникли вопросы. Суд решил. Административные исковые требования губернатора Ульяновской области, городской думе города Димитровграда Хабиахметову Марсу Рашидовичу о досрочном прекращении полномочий депутата удовлетворить. Как и в случае с Хворовым, решение подлежит немедленному исполнению. Как сообщает ряд региональных изданий, а также «Коммерсант», председатель Гордумы Александр Ерышев, на которого также направлен иск со стороны территориального избиркома, заявил, что судебное решение Димитровградский парламент будет оспаривать, пока депутаты отстранены от своих обязанностей.